Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ванес. Блин, роликов уже не было 12 дней, я не знаю, как у меня это так получилось вообще сегодня записать ролик. Капец, на самом деле я очень рад, что я сел сейчас записывать данный видеоматериал. Сегодня мы будем проходить хоррор-игру. Компьютер, как же он лагает. Короче, игрушка обещает нам быть очень, не знаю. Я, пожалуй, уйду отсюда. Всего доброго. Короче, игра очень страшная, я посмотрел обзор на нее, и мне, ну, не знаю, немножечко, знаете, кирпичный завод стоит открывать. Поехали к ролику. Так, что мне здесь мне делать вообще надо? Кто нам звонит постоянно? 19:33. Надо нажимать Enter, чтобы выбрать... Ты ведь помнишь, что у тебя... Я что, вообще умалишённый, что ли, или что? Мне уже страшно, я не знаю, что делать. Так, там какой-то холодильник надо было. Холодильник, это я вот это, да, правильно полагаю, вот это холодильник. Я буду стримершой. Да! Буду светить пиз... Я уже боюсь. Да все, харе, братишка, все, успокойся. Все, уплетаем за обе щеки и готовимся к стримчику 19:30 по МС. Сесть за компьютер? Да не, надо. Перед стримом запустить VirtualMe, подготовить игру, начать стрим. VirtualMe, запускаем. Это я? Подготовить игру, игру запускаем мы. Если я правильно помню, в этой игре нет сохранений. Такой отстой. Всем привет, дорогие друзья! Это новое начало моего видеоматериала. Видеоматериалей. 100 людей смотрят мой стрим. Надеюсь, сегодня мы пройдем эту игру. Да, да. У меня вопрос, почему я играю игру в игре? Ладно, я тебя услышал, симулятор стримера. Осталось еще два листочка. Какие два листочка? Ты че, умалишенная, что ли? У меня игра 9 пикселей просто. Может, стрим? Пойду сейчас налью. О, косарь зрителей, отлично, вообще самое лучшее, что может быть сейчас, я по... Ой-ой-ой! Катана, подкрути еще. Твою мать, это что? Хайп? Хайп! Вот это хайп, это как у меня сейчас на бэкграунде чисто. Господи, ёпта. Я бы на твоем месте потерял всю мути... Я бы на твоем месте маму продал. У кого-нибудь есть что-то на уме? Если интересно, попробуй вот это. На моем бы месте я бы не тыкал бы на ненужные ссылочки в чате, дорогие друзья. Да, пожалуйста. Качай, качай вообще. Ой, тяжелая жизнь стримера. Новая игра была установлена. Отлично, дорогие друзья. Опа. Не, братишка, я не буду читать в чате. Я сейчас просто сделаю на рандом. 5, 5, 7. Давай, 3, 4. Дорогие друзья, спасибо, что были на данном стриме. Подписывайтесь на мой канал, оформляйте субскрибинг, дорогие друзья, и следите за всеми новостями. Какая игра страшная, я не могу. Так, Аска, это моя, кстати, кентуха. Да, звучит не очень, извини, но я сейчас на работе, не могу говорить. Мы можем встретиться завтра, я выслушаю тебя лично, постарайся не зацикливаться на этом. Кто там? Это он? Это Саид какой-то. Иди отсюда! Телефон отчувствую, братишка. Не-не-не, я подожду. Я всегда слежу за тобой. 10:00, день выброса мусора. Отлично, у всех 10 часов выброс мусора или кто-то спит. Это Рик Оуэнс, дорогие друзья, это сейчас в тренде, я это знаю. Animal Bullets! А-а-а. Хайп! Убрались дома. О, это этот, Чимин, я его знаю. Все, на первый этаж, дорогие друзья, мы летим с вами. Капец, ты чё, 2 метра ростом, ты чё, вообще, Африка, ты чё? Все, давай. Улух. Оп, поехали. Где? Что? О, кентуха. Йо, привет, бро. Чё, почему здесь одни чимины, алло? Твою мать. Ой, Заюш, я, конечно, не знаю, но, по-моему... Какая она стрёмная. Какая она стрёмная. Здорово, Кент. А вот и я. Ты как? Ты вообще спала? Выглядишь не очень хорошо. Давай поговорим обо всем чуть позже. О, это этот... кайф. Здорово, лысая. Пока, брат.
Не, я, конечно, понимаю то, что я привык... Быстрей! Быстрей, быстрей! Да я понял, понял, понял! Все. Молодой человек, вы что здесь забыли? Только не говори то, что сейчас стрим будет. Я так вымоталась, хотелось бы принять ванну. Ох. Ну нормально, короче, вот. Хорошо постримили там. Ну страшно, просто пиздец. У меня включился сам по себе телевизор, чел пишет в чате. Отпусти рычаг, открой ворота и отведи девушку к двери. Модерация, работаем. Залетай, крошка. Чё? А здесь только чтобы купить себе. Доширак берем. Все берем. Бро, почему у тебя рука накачанней другой? Прошу, не убегай. Я должен рассказать тебе что-то важное. Твоя подруга ведет себя очень подозрительно. Да брось, не говори так, выслушай меня. Эй, ты что там делаешь? Рыло свое вальнуло, очкарик. Оп! Откуда это додик? Так, пока зеленый горит. Все, постой. Пускай тебя машина сбьет, умалишенный тигроид. Давай. Да за**ал ты на... Отстань от меня, блядь! Подожди, молодой человек, вы не могли бы хотя бы рассуться? Разуйтесь. Бей! Бей его! Идешь. А теперь стримчик, дорогие друзья. Вот это хайп, это приколышки, я реполни. Мать, почему Минка? Ах ты, дрочер! Рюки, у меня проблема, может быть приехать ко мне прямо сейчас? Я не знаю, что именно происходит, но раз я тебе нужен, как раз нахожусь недалеко, скоро буду. Очень рад, что ты доверишься мне. Что ж мне делать? Нужно где-то спрятаться, пока он не пришел. Тяжело, жизнь стримера так и... Да-да-да. 20. Ну ладно! Еще 20 секунд есть, так что можно расслабиться, расчилиться. Давайте стримчик сейчас запустим, чисто по приколу. 10. А, давай, потом 5 будет, а? 5. 4. 3. 2. 1. Еще держит такое оружие. Все это совершенно бессмысленно. Знаешь, что это не игра? Бро, у тебя воняет. У меня там ванна есть неподалеку. Опа! Слышь, реки! Что?